меня тут аж... Да, это у него очередь генерала. Блять, он любит... Они любят стакать генерала, все, а? Блять. Шлюх даймё. Шлюх даймё. Любимая. Любимая женщина даймё. Там пару наложниц, блять. Евнух любимый. Пойду ссать. Смотри, а то там во имя кончится на расстановку. Такс, 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 такс. Ебать тут. Ох, и что ж тут делать? Он нападает, да? А, ну в принципе, я знаю, что делать для начала. Для начала сделаем вот так вот. И вот так. Ту-ту-ту. Что за кони такие? Секундики. Так, 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 так. Что тут есть, пацаны, со щитами? О, куда-нибудь сюда пока станьте. Так, 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 так. Мечники. Все так вот поставить их. А щиты, щитов у нас нету? Странно, стыдно, где были со щитами, пацаны? Вот они. Ты вот так поставил. Нет, только надо аккуратно. Ту-туш. Так. Бля, у меня тут в основном одни лучники, прикинь. Ебать, у тебя отряд. Как-то не сбалансировано, чувак. Да вообще пиздец какой-то лютый. А, ты не забывай, тебе лучше сейчас не отдавать мне ничего, да и ты вряд ли это сможешь, скорее всего. Я тебе коней могу отдать, ты можешь пока побегать. А, да нет, тут в чем беда, мне же еще своими надо будет управлять, которые придут на подмогу. Ну ладно, я тогда лучников... Я в самый зад выставляю их, пускай они идут, пока твои подойдут на подмогу. Аксик, кстати, они выйдут, а вон справа. Вот. Старайся продержаться до прихода. Я что, отступлю прям сразу всеми к тебе. Занимай позицию где-нибудь в лесу, вот там, где у тебя конные. Да, не, я, твои справа пойдут, хоть это помогут. Тогда дай мне войска, я их сейчас расставлю как-нибудь. А, не, ну, нормас, нормас. Твои сейчас сразу выйдут, чё. Сейчас тут отрядики ставлю. И что, чтобы отступить, например, куда-нибудь. Пока они будут там лазить, я конями что отступлю по враганю. Создавай именно нормальную сейчас фракцию. Ну, короче, так, чтобы дефаться можно было. Так, чтобы у тебя не побежали, как обычно, в союзе эти войска. Так, блять, тут одни лучники, тут по-любому нужно будет отступать. Лучниками можно нихуёво зарулить, если ты успеешь сделать хороший залп всеми причем. Тогда ты ему подкоцаешь большую часть войск, а потом там уже пехотинцами доебал, знаешь. Особенно их пугают огненные стрелы или свистящие. Вот. Свистящие прям вообще охуенно будут. Так, так. Так, отрядики стоят. Ну все. Так, кони. Так, и тут, кстати, вот так вот. Я надеялся, что на один ход там еще пошраевец там поломает мне все. Я бы тогда свой основной отряд подвел бы. Так, ну все, я готов. Вон, мои уже идут. Да, ну ты сразу их оставляй. Я сейчас попробую выцепить у них отряди какой-нибудь. Пока они там будут бегать. Не рисковал бы ты особо сейчас генералом.
Да пофиг, что, если что, я отведу его. Это ж эти. Кое-кое лучники. А он, походу, туман, он не видит, куда идет. Или видит, хуй знает. Это ж компьютер, блядь. А он стоит, кстати. А, не идет. Идет, идет просто потихоньку. И он идет прямо на твоего генерала, если ты не заметил. Ну что, я потом сейчас лучниками оббегу и туда к тебе подведу. Тебе сейчас надо... У меня тут войск как бы тоже не слишком много на самом деле. Всего 7 отрядов. У тебя хоть есть самые... Один лучник и 4 пехотинца. 5 пехотинцев. Поэтому я сейчас стану перед твоими, блядь, и буду голой жопой светить. Пацаны, чё вы тут бегаете-то? Давайте. Чувак, ты слишком близко. Я вижу, убивают они. Если видишь, что они останавливаются, то еще просто квадцы нон-стопом. Бля, ну одни лучники, конечно, в отряде, если он его будет это, и тусовать отряд. Да у тебя самураи, кстати, это не просто лучники. Ну все, ну. Самураи хороши в ближнем бою. У них одна из лучших атак в ближнем бою, чувак. А с АХС луками наносит просто неимоверный урон. Блядь, чувак, куни-то чё-то. Давай, 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 давай. Ха, чуть назад пошли эти. Кто? Да они что-то бегали за конями. Решили отступить. Разворачиваемся. Давайте ко мне и мне, и я с своими их сейчас соединю и буду веселиться. Ну мои стоят, пока ничего не делают, так что это, не хочется пока делать. О, мама, это пошла атака. Говорю, коней бы мне отдал. Коней? Ну ладно, так, надо потише сделать, тихо. О, пауза, пауза, пауза. А я не могу паузу нажать? Ага, два. Два на два. Ну вот, на тебе. Да, пауза. Так, мне нужно это самое, самурай, где самурай? Самураи с лучниками. А, тут стоит, все правильно стоят. А, это кони самураи. Вот они. Так, давайте перетусуем сюда. В ближнем бою. Этих распидорасим. Сначала дай хороший зал, потом уже в ближний бой иди. Кони отведи пока что, вообще отведи нахер. Кони немножко отходят. Нет, вообще отведи к чертям, чтобы они связались с ближним боем с твоими, ну, с нашими войсками. Потом конями сзади распихаешь их лучников. Ну, или давай. Отдай их лучше мне, блядь. Нет, давай сюда. Все, понеслась. Так, это самурай стоит на нас. Ну все, этот фланг им со мной. Куни нормас вообще пидорит.
Теперь давай на лучников. А, ну вот этих добей. И потом на лучников иди. Тебе надо в тылы зайти к ним. И у тебя центральный фланг что-то съебывается. Ну если хуй там на него пошло. Ну не разворачивается, кстати. Давайте залп, пацаны, залп. Вот сюда. Так, все залп вот сюда. Тебе лучников надо разбить. Срочно, чувак. Сейчас кони побегут. Потому что у них большая часть отрядов лучные тоже. То есть тут ты был бы один к одному, кстати. Ну, практически. Так, у меня один отряд съебывается. А чё у тебя кони стоят какие-то, лучники не стреляют внизу? Должны стрелять. Да, не постреливают. Ебашу конями лучников. Вот, отлично, один отряд мечников съебался. Так, один еще конь, 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 конь. Пока у нас по числу преимущество. А, у меня там один отряд классно зашел. Ты в бочины. Видишь, лучников режет. Угу. Бонзай, блядь! И вы бонзай! И вы бонзай, блядь! Все бонзай! Давай, помоги моим мечникам! Блядь, там мечники заходят вот самое в тылы. Сейчас вот этот залп лучников ёбнет. Тут твоим мечником я, смотри, окружаю. Так, я на коней пошел. Давай, давай. Так, а я пока лукари пытаюсь. Так, это. Да, потери у меня тут будет, конечно, лютые. У меня один отряд, уже 7 человек, они не бегут. Человек осталось. Все. Начинают сбегать. Да. Кстати, если бы был бы замок прокачанный какой-нибудь, замки посадить моих, и вообще было бы ништяк. Да замок-то был. Да, только, блядь, что-то не возле замка. Он на тебя атаковал, да. Замок. Блять, надо главное их... Да, кстати, у них отрядов практически не осталось. Да, их почти уже разъебали. Я причем коней сейчас срежу, если коней перебью, и все, как бы, им жопа. Потому что это генералы. Только не потом это сохранение. Нет, не прийди. Ты в какой слот сохранился? Не, я имею в виду это самое, сохранить этот. А. Ну ты понял. Бой. Все, один отряд мечников. Все, один отряд конников съебал. Второй. Господин, второй тоже, третий. Близок час вашей славной победы. Третий тоже съебывается. Пытается. А, нет, не съебал. Отлично. Так, у меня тут еще на фланге. Все, у них осталось. Ты, у них осталось хуй да нихуя. Добиваем их нахуй. Я коней режу. Продолжаю. Разверни своих, которые у тебя спереди. Сзади них отряд конников. Так. Добиваем, пацаны. Не дайте никому выжить, нахуй. Норма с пацаном влетела. Так, вот тут еще пацаны стоят, лучники. Да все уже, они сбегают все. Тут уже сейчас победа будет. Все, так, подожди, сохранить повтор. А, блять! Ну я успел сходить. А, ну потому что я же это самое. Ты тоже воевал, держится жить. О, бля! Нормас! Да вообще-то херовенько. Да?
Могли лучше, намного лучше. Не знаю. Не, могли бы лучше, если бы у меня были мечники, копейщики. Ну, тут одни ручники. Но у меня два отряда исчезло, все. Видишь, они у меня сражались, один сражался до полного нуля. И один сбежал только когда осталось 4 солдата. Ну ладно, это хоть что-то, Дима. Хоть это вы выдержали, это натиск. Глянь, у них какая армия приходила. Вообще лютая. Какая армия ебнися.